Приятного просмотра, друзья. Всем еще раз привет. Канал Love Games в эфире. Только не пугай меня. Как ты относишься к людям, которые боятся сверхъестественного? Нормально, Ташусь? Духов и прочих потусторонних сил с того света. Разделяешь этот страх? Мужик, что за проценты такие? Знаете, что это такое? Это такая приблуда в настройках. Глобальная статистика. Но я думаю, что она нам не нужна. Мужик, извини, мы тебя выключим на секунду. О, какой ты гадюка! Не даешь нам в параметры зайти. Ну ладно. Ну, естественно, я боюсь сверхъестественного. Я же не охотник за привидением. И да, я в детстве скрещивал лучи. Вот как? Знаешь... Ведь, судя по твоей игре, этого никак не скажешь. Ну, работа такая. Работа у тебя своя работа, у меня своя работа. Чудо. Теперь давай подробнее рассмотрим твое отношение к другим людям. Какие качества ты ценишь в себе и в других? Это про зрителей, да, моих? Что тебе важнее найти в друзьях? Преданность или честность? Преданность или честность? Ну, преданный друг — это хорошо, он же может подставить. Какой же это друг, если он... Если он может подставить. Честность тоже важна. Не, ну иногда можно приврать для благого дела. Слушай, я даже не знаю. Честность, преданность. Преданность? Да преданность. То есть ты солжешь, чтобы выручить друга, ясно? Ну да. А если преданность или доброта? Преданность или доброта? Преданность. То есть первым ты поможешь другу, ну, а не тому, кому помощь нужнее. Ну, зависит от ситуации. Слушай, перестань выкручивать мне яйца. Наше время вышло. Вот и хорошо. Еще увидимся. Давай. И дурацкие вопросы. Мы просто пошутили, Ханна. Сегодня годовщина таинственного исчезновения Ханны и Бет Вашингтон. Я точно знаю, Ханна и Бет оценили бы то, что мы до сих пор вместе и думаем о них. Ничего себе. Готовы снова подружиться. Бум! Эффект бабочки. Прошу прощения, ты что-то сказала? Ты что, не расслышала? Уши за... Хватит! Майк, почему бы вам с Джесс не заглянуть в гостевую хижину? Да. Хорошо. Ты это слышал? Чего я слышал? Что это на тебе за балахон? А вот наш пропуск в мир духа. О, кстати, берегитесь Джоша. Он приколист. Сама напросилась. Джесс! Джесс! Итак, читаю. Для контакта с... Глава третья о призраке. Вы должны... освободить свой разум от всех предубеждений. Запоминайте. Отбросить все запреты и отдаться воле других, подчиняя все свои желания прихотям властителя духов, то есть моим. Не выдумывай, Крис.
и все присутствующие снимут свои одежды по моему повелению. Крис, брось, это серьезно. Я предельно серьезен. Заткнись, а? Поехали. Да, давайте. Ну ладно. Будь что будет. Эшли, ты у нас новообращенная, тебе и быть медиумом. Медиум. Абракадабра, ну нет, это, наверное, не сработает. Серьезно, сейчас мы отключим эту статистику, не переживайте. Ладно. Дух, ты здесь? Если да, подай нам знак. Явись нам. Я здесь. Дух Will of Games. Постойте-ка. Это ты была? Я ничего не трогала. Она движется. Да ладно, чего вы врете-то? Буква? Что она пишет? Погоди. Как она движется? Это ты? Клянусь, она сама едет. Офигеть. Помогите. Как мы можем помочь? Не знаю, что это значит? Чтобы понять, надо узнать, кто говорит. Давай выясним, кому нужна помощь. Кто же ты? О, опять! Так, С... Да вы сами двигайте, я не... Т... Р... А... Сестра. Сестра? Сестра. Чья сестра? Да ладно, чё, реально? Заткнись. Спроси, чья сестра. Джош, это наверняка... Да? Так, ладно. Которая из сестер? Эшли, спроси, кто это. Может быть, Бет? Кто говорит с нами? Бет? Это ты? О, боже! Да бросьте вы! Джош, может... Ничего. Ты уверен, может, хватит? Нет. Слушай, не надо. Я хочу знать, что она говорит. Не знаю, с чего начать. Подумай, если это действительно Бет, мы... можем выяснить, что тогда случилось. Ну, ладно. Сейчас. Что с тобой произошло? Бет, мы хотим знать, что с тобой случилось. Ты расскажешь? Ха? А? Ха? Н? Ха. А, нет. Это Ханна. Дальше это Ханна, ползет. Так. Ху. Хуби. Хуби. Ли, господи. Убили. Убили. Ребят, как это понимать? Я не хочу продолжать. Мы должны. Ты только не нервничай. Она вроде говорит, что кто-то убил Ханну. Я не знаю. Ты просто спроси еще. Я не знаю, кто убил Ханну? Ладно. Так. Кто убил Ханну? Скажи нам. Б. Б. И. Б. Б. Рудинба. Библиотека. Может, в библиотеке Рудинба? Что-то? Библиотека? Л. Буб. И. Буль. К. Улика. Значит, Бу... есть улика. А, улика. Библиотеки! Знаете что? Бред это все. Я это тоже думаю, что херня это все. Джош, я не знаю, что происходит. Слушай, я не знаю. Может, ты думаешь, что все эти дурацкие шуточки как-то помогут мне справиться с горем? Но это не круто. Джош, нет! Это же изначально твоя идея! Эй, успокойся, Эшли. Только виновата. Этого мне не хватало, придурки! Пойдем его догоним. Да ну его. Можно и догнать. Не, лучше не надо. Пускай остынет. Я его не виню. Это было дико. Стрелка аж со стола улетела. Если ты притворялась, это было мега убедительно. Да не притворялась я, ты что? Надо выполнить просьбу. Поискать в библиотеке. Реально страшно. Джесс! Джесс! Джесс!
Это Ирка орёт же. Ирка Дэвил. Твою ж мать. Сиськи режут. Джесс! Ну, я не думаю, что Джесс забралась в трактор, хотя, может быть, она прикалывается. Я напомню, что мы с ней отправлялись в некий... Некое секс-путешествие, секс-туризм, это называется. Эй. Любовь моя. Да, сейчас какая-нибудь херня на меня выпрыгнет. Я буду готов. Чё там? А, ёпта! Охренеть! Вообще, не говори. Чуть и штанов не выпрыгнул. Я чуть штаны не обделал. Откуда тут эта фиговина? А как это вообще получилось? Что это такое? Ладно. Джесс? Давай, выходи. Это не смешно. Я торжественно обещаю не убивать тебя, когда найду. Ты даешь. Тупая сучка. Здорово вышло. Нет. Стой. Ты должен это увидеть. Нет, Майк, смотри. Ты меня снимала? Вот это лицо. Я испугался, Джесс. Нельзя так пугать людей. Да еще посреди леса. Страшно же. Я тебя напугала. Если ты это запостишь. Что? Тебя что? Не думала, угроза. Что ты умеешь визжать, как девчонка, Майкл. Да. Узнать человека по-настоящему можно, лишь напугав его до потери штанов. До потери штанов? Ну, постарайся, я бы потерял свои штаны с удовольствием. Ну, штаны-то пока на мне. О, да неужели? Да, старайся лучше. Это вызов, что ли? Я надеюсь, ты крепкий малый, потому что сейчас на тебя обрушится вся мощь моих пугательных талантов. Ой, смотри, тотем. Давайте посмотрим, что за тотем такой. Тотем наставления. Нужно забраться в воду. Тоже послушалось пукательных? Мне тоже послушалось пукательных. Мы с тобой испорченные люди. Фигуленок. Испорченные. Везде нам мерещится туалетный юмор. Давайте посмотрим, может, здесь что-то есть. А может, кстати, и есть. Понятно. Развилочка. Мистер Биг Брайт, добро пожаловать в убежище. Спасибо за подписку. Хай-файв. Приятно познакомиться. Уже внутри убежища. Так, что там? Это... Не, подожди, ну это мы уже проверяли. Это-то-то. Главное сейчас, чтобы никто не подскользнулся и не упал в воду. Класс. Ну тут прямо-таки настоящая зимняя сказка. Сказку могу устроить.
Нет, это наверняка... Показалось. Белка или... Белка, конечно. Я в белках разбираюсь, именно так они и кричат. Че такое? Что? Капкан? Слышала. Ты ж белка. Эй! It's a Майкл, it's a squirrel. It won't hurt, it's a friendly animal. Давай. Опа. Блин, он насквозь бы проткнул. Слушай, надо поаккуратнее здесь. Надо домой возвращаться. Какого черта они гуляют в такую непогоду? Мужики, на Твиче, как нормально все с трансляцией? Гомонилось, дропов больше нет? Как ты и обещал. Да, все как я и обещал, смотри. Хижина. Да. Ага. Вот здесь мы и устроим. Что-нибудь интересное. Хотя навряд ли. Это странное место. Маска? Найдена улика. Это что, часть противогаза? Окей. Сладкая месть. Не, я ее пугать не буду. Хотя, в принципе, можем и испугать. Но если испугаем, тогда второй раз, наверное, нам не поверят, когда чувак в маске будет. Они подскажут, ах-ха-ха, как смешно, и ее убьют. Что я покажу? Хотя, черт побери. Как вы думаете, что бы вы выбрали? Я же не дурак, я просто покажу. Эй, смотри, маска. Что? Странная какая-то, да? Скорее, страшная. Не нравится? Поцелуй. Майк, прекрати! Ладно. Как хочешь. Классная маска. Вот именно, я же говорю, я умнее ее. Я умнее ее. Все нормально, я просто на стрим играю. Мне чуть не страшно. Естественно, не страшно. Я даже могу объяснить, почему не страшно. Потому что третий раз уже одним и тем же пугают. Если не в четвертый. Это не страшно. Правда, Круз? Не страшно тебе было? Вот и мне не было страшно. Что? Даже знаешь. Я не знаю, может там этот кабан ходит? Сейчас-то я пойдем обратно. Не, ну как бы... Где выбор-то? Там страшные звуки. А выбора нет, я хочу обратно. Домой, а не на звуки. Они говорят, иди на звуки. Вот оленя убили. Что за... Жесть. О, это ужасно. Шутим. Похоже, ему конец. А что с ним?
Поддержать, убить? Так, дружок. Эй. Я избавлю тебя от мучения. О, нет. Так. Ты хоть знаешь, как это делать? Как же... Не могу смотреть. Так. Майк, что ты наделал? Что за фигня? Оторвалась! Ты что хотел сделать? Беги! Беги! Господи, что это было? Я не знаю! Там мостик! Сюда! Мостик, прыгай! Твою мать, идиот! Блин! Давай быстрее! Я не был готов! Давай, Майк! Майк, шевели жопой, шевели задницей! Давай быстрей! Сейчас, я готов. Это ми... Смотри! Обрезать. Давай, быстрее, наверх. Давай. Бабу пропусти вперед! Бабу пропусти! Руку! Нет! О, нет. Я не успел. Она все равно залезла? Ну ладно. Так. Давайте, ребята, у вас получится. Бабу не забудь. Ну, помочь, конечно! Давай, помогай. Хотя... Вставай, ну, скорее! Сейчас! Да быстрее же! Майк, найди ключ! Открывай! Ключ, я... Боже мой, еще бы чуть-чуть! Нет. Что? У меня все было под контролем. Ах, иди ты! Да, все сто. 110. Кошмар, я как будто марафон пробежала. Ну, сейчас такой жопой полезно марафоны бегать. Это медведь? Ага, наверняка. Они очень быстрые. Просто я ничего не разглядела. Эй, сюда он к нам не вломится, это точно. Откуда ты знаешь? Элементарно, Джесс. Медведи не умеют открывать двери. Ну, машины они как-то открывают. Что? Да ладно. В сети видела. А, правда? В сети. Интернет, ну, Джесс, называется, мало да? Мало что в сеть выложат. Это реальная жизнь. Обещаю, что медведь и никакой другой зверь эту дверь не откроет. Наверное, ты прав. Ладно, будем считать, мне почти полегчало. Но почти. Похоже, секс-поход отменился, да? А я почему-то ожидала уютный домик, Майк. А, ну да, как-то сквозит. Ну, зато есть камин, видишь? Нам не нужен огонь, чтобы согреться. О, Майкл, заговорил. Изволь обеспечить своей даме романтическую обстановку. Это как? Твоя как? Дама хотела бы прижаться к твоей груди в тепле и при уютном свете очага, понятно? Ну вот, потремся друг от друга и разогреемся как следует. Майк? Да. Камин и уютный свет. Да ладно. Да. Миледи. Да. Да? Секс-то будет? Камин ей разжечь надо. Давайте разожжем. Вот. Угу. Это сойдет за уютный свет. Вполне. Так, чего-то надо грудью потереться еще. Если не хочешь целоваться с ледяной статуей, советую развести огонь. Сейчас же. Я непривередливый. Камасутра, редактор Том Хитон. Ребят, как мы удачно зашли. Я думаю, что это надо взять. Так. Опа. Вот это да. Молодцы, ребята. Сейчас, секундочку. Итак,
Дети, а ну ушли, брысь со стрима, брысь, брысь. У меня тут свой огонь, заткнись, дура. Когда один из любовников силой сжимает одну из бедер партнера между своими, это называется объятие бедрами. Различные виды применения духовных и физических удовольствий в их высочайшей форме. То, что муж наиболее всего желает получить от жены или любовницы, то она должна с величайшей страстью предоставить. Ой, эти комментарии, язычок примерзнет к твоему фак-что-то, прекрасно. Так, многие чувственные удовольствия есть воплощение как земной страсти, так и духовного единения. Поэтому, когда муж встает в позу под названием «поднимающийся слон», жена в ответ должна принять позу, которую древние называли «великолепный лебедь». Сложная позиция под названием «отшельник играет на лире» часто сочетается с другой, у которой много названий, однако самое распространенное — «цветущие маргаритки». Когда человек целует отражение человека в зеркале или в воде, или же свою собственную тень на стене, это называется «поцелуй клятвы». А когда женщина кладет бедро на бедро партнера, эта поза называется сплетение. Я еще хочу. Две страницы всего лишь? Так. Ну ладно. Отложим это чтиво. Аквариал, наверное, прячется за этой шторкой. Аквариал, спасибо большое за подписку. Профист. Приятного просмотра тебе. Слушайте, это... кто придумал эту штуку с саб... с саб-модом? Клан работает. Ладно, так. Та-дам! А вот и не страшно. Кто отвалил? Чё ты орёшь-то? Вот дерьмо, дерьмо. Чё обычная шторка. Ты чё? Ну что там могло быть? Спокойно. Чё-то... нервный он какой-то. Слишком нервный. Львиная попка, привет. О, у нас и львиная попка сегодня на Твиче, и попка огурца, ну... полный комплект. Полный комплект. Та, опа! Секунду. Чего тут было? Ладно, видимо, ничего. Это кто? Это Бет? Фотография с теннисного корта. А это Ханна. Ханна с кубком за третье место на школьных соревнованиях в 2013 году. Теннис играл. Мы точно здесь ничего не пропустили? Просто, ну-ка, посвети. Это просто картина, да? Ладно, надеюсь, нас девчонка-то ждет. Но она вообще никак не отреагировала на наши крики, когда мы запутались в шторке. Что такое? Черт. Что? Майк! Что? Черт! Презервативы забыла. Да где он? Что? Что? Что такое? Что такое? Он потерялся. Блин. Джесс, притормози. Кто потерялся? Мой телефон, Шерлок. Что, нету? О, черт, дура. Наверное, в снег выронила.
Ну, не мудрено, вы так бежали. Если я его не найду, родаки меня убьют. Но купишь другой. Да это уже четвертый за год. Ладно. А у меня есть телефон. Ладно. Ну, давай его поищем. Он точно в снегу. А, только как-то не хочется сейчас лезть туда, к медведю. Или кто там. Ладно. О, спички, ну наконец-то. Надеюсь, не оцарели. Ну-ка, ну-ка. Сейчас мы с тобой зажжем. Сейчас самое время поупражняться в остроумии. Ты сама предложила. А за дровами кто пойдет? Я думаю, ее стоит отправить за дровами, да? Или давайте отправим Лежуни. Лежуни. Как раз подписался. Пойдешь за дровами? Отлично, молодец. Какой ты храбрый. Я бы не пошел. А, они здесь лежат. Блин. Не, ну на всю ночь не хватит, я думаю. 1-0. Любили в детстве баловаться со спичками? Я обожал. Очень мило. Ну, браво. Ну, раздевайся. Ну вот, миледи. Чего вы еще? Господи, изволите? Ты весь в дерьме. Знаешь... Только не говори, что ты спать захотел. А вот было бы сейчас чего-нибудь выпить. И где же я тебя выпить-то найду? Ну, если бы я знал заранее. Понимаешь, я как-то не в настроении. Да ты что? Давай лучше целоваться. Может, надо просто зажмуриться и прыгнуть. Ну, типа как прыгают в бассейн. Что? То есть начать потихонечку. Ну, с поцелуев. А там как пойдет. Ты серьезно? Думал, это сработает? Всегда работает. Вообще, все мы думали, что это сработает. Ну, кретин. Майк. А что, сырка Девил так не работает? Что, ставни? Может, закроешь их? Брось, там никого нет. Мне кажется, что кто-то смотрит. Мне не по себе. Джесс, правда, ну хватит. Мне реально не по себе. Ладно, пойду закрою. А, что вот это такое? Закрой ставни, пожалуйста. Слышишь? Да, Джесс. Ружье возьму. Глянь сюда. Что, там огонь? Нет. Только голову, Джесс, не отстрели. Ты хоть умеешь этой штукой пользоваться? Показать, испугать. Руки вверх. Идиот. Нет, показать. Майкл, я хочу, чтобы ты закрыл ставни. Как тебе? О, господи. Ну почему мужики так дуреют при виде оружия? Слышь, клоун, закрой ставни уже, а? Глупой женщине этого не понять. Это точно. Давай ставни закроем, да. Только, пожалуйста, без пугалок, ладно? Угу. Все. Вуаля. И ставни сейчас как закрыли. Бу-бум! Не будет бу-бума? На чем мы остановились? А, ну. Извини, прости, я что-то на взводе. И мне сложно, но ни в чем не бывало продолжать игру, понимаешь? Что? Какую игру? Слушай, я, конечно, всегда делаю вид, что я вся такая дико уверенная сексуальная штучка, но если говорить честно... Началось. Ну, я немного комплексую. По поводу чего? Как все сложно. Думаю я, а говорю иначе, конечно же. Ведь они любят ушами. Да, ты такая сексуальная. Ну что же ты? Джесс! Это что, шутка? Что? У тебя нет поводов комплексовать. Ох, ты просто не знаешь. Да, я знаю. У всех комплексы. Все такие. Но ты хорошо справляешься. И не только внешне,
на самом деле. Да, я стараюсь. Вот, и это супер сексуально. Правда? Конечно, блин, а очень. Что-то какая-то страшная на самом-то деле. Иди ко мне. Изо рта пахнет. Может, я сейчас и с тобой справлюсь. Да я вообще только этого и жду. Ты думаешь, он просто так, что ли, 5 часов по лесам ходил? Так, я закрыл же ставни. Что за хиромантия творится там? Ну, нам, да покажите мне... Я не хочу быть хищником и смотреть секс от лица хищника. Давай же, быстрее. А ему что? Майк? Уяйк. Снимай футболку, не важно. Поясни, быстро, давай. Чего сразу я-то, ну? Лежу, ты не хочешь проверить сам, нет? Нет, не хочешь? Может, пушку возьмешь? Пушку не хочешь брать? Умная, сообразительная американская молодежь. Это сова здесь, это филин или кто? Она здесь раньше стояла. Опа! Кто-то разбил окно. А, так это медведь, наверное. Телефон упал в берлогу медведю. Вот, и кто-то начал звонить. Но медведь такой, блин, нахер ваш телефон, пуф, и выкинул. Точно, все сходится. Твой телефон! Прилетел. Что? Телефон прилетел. А как это мой телефон? Ну так. Я не знаю. Ведь выбросил. Прилетел в окно. Ах, да какого хрена? Вот же твари. Что? Эти уроды наверняка пришли сюда к нам и пакостят. Дождались, когда мы к делу приступим. Нифига себе у него. Формы. Эй! Вы, уроды! Я к вам обращаюсь! Я знаю, что вы там... А сделай вот так вот! Нахрена вы приперлись? Что, так охота помешать нам? Знаете что? Обломитесь! Вы нам не помешаете, потому что у нас сейчас будет секс! Да езжешь! Мы с Майклом будем трахаться! Да, детка! Полный прогресс! Трахаться! Наслаждайтесь! На весь лес орать! Пока будем трахаться! Давай, трахаться! Давай, сделай это! Сделай это! Just do it! Just fucking do it! Ну давай трахаться. Думаешь, это они с нами разговаривали? Я не знаю. Не знаю, что лучше, чтобы да или чтобы нет. Ну, надо выяснить. Надо выяснить. Мистер Зузуба, спасибо большое за подписку и добро пожаловать. Спасибо. Извините, у нас сегодня без свиста перделок, чтобы... Собственно, не нарушать атмосферу. Джош, конечно, сильно распсиховался. Да, он старался не подавать виду, но... Думаешь, зря мы о сестрах заговорили? Ну, для того мы сюда и вернулись. Да, мы приехали поддержать его. А кому-нибудь нравится Эшли? Манки Дрибич тоже подписался. Ну, привет. Ребят, спасибо, что приветствуете. Вы молодцы. Большие молодцы. Спасибо, Манки. High five. Приятного просмотра и вам. Так. Давайте проверим эту дверь. Черт. Что там?
закрыта. Вот жесть! Ты цела? Да вроде бы. Ой! Что? Там что-то за книгами. Что это? Кнопка, что ли? Зачем здесь кнопка? Хороший вопрос. Что, нажать? Именно для этого и нужны кнопки. А что происходит? Почему они упали? Неужели тот мужик, ну, типа психолог, помните, предопределил сюжет? Там типа, боитесь призраков, вот вам призраки. Господи. Ну, жми, я не знаю. О, стена отъезжает! Взрыв мозга! Да такое вообще ощущение, что мы в кино. Надеюсь, в романтической комедии. Ну как, в доме у Вашингтонов и не быть тайным уходом? Они могли и не знать о нем, дом очень старый. Ну что, давай заглянем. Там и вперед. Не-не-не-не, ты иди. Вот, спасибо. Ну вот так всегда. Ну пойдем. А, я же ответил, что я боюсь пауков. Блин. Надо было выбирать самолет. Оу! Самолет! Самолет. Так, мы будем завтра переигрывать, я чувствую. Найдена улитка. Что? Ой, улика. Что? Я выпущу из них кровь, как из свиней. Я сорву с них белую мягкую кожу. 16 долбанных лет. 16 лет я ждал встречи с крошками Ханны и Бет. Охренеть. Честность и забота. Блин, ну покажу, конечно. Кровью написано, да. Смотри, что нашел. Так, Эш, я не хочу тебя пугать, но... Глянь сюда. Что? Крис, что это? Это, кажется, то, на что указывала гадальная доска. Подсказка? Да, это письмо. Покажи-ка мне. Это, угроза? Крис, все серьезно. Надо найти Джоша. Прям сейчас. Прям сейчас? Прям сейчас встал и нашел? Может, там еще что-то есть? Подожди. Прямо сейчас. Эгоарт, добро пожаловать в убежище, где любят игры. Brewfist, thank you for your subscription. Спасибо большое. Чтобы писать в чате, нужно, наверное, будет F5 прожать. И, пожалуйста, без спойлеров, уважаемые подписчики. Я надеюсь, что вы меня поймете. Я не пойму, по дому летает какой-то призрак, открывает двери и скидывает книги. Кто-то правда охотился на Ханну и Бет? Если так, то это просто полная жесть. Интересно, когда будет капкан? Это что? Завещание? 8 ноября 2013 года. Доктору Джереми Сватхэму. Департамент рас и национальностей. Haskell Hall. Бла-бла. Дорогой доктор Сватхэм, спасибо за ответ. Приятно знать, что племя до сих пор сохраняет связь с этой землей. Даже несмотря на некоторые возникшие у нас проблемы. Граффити бездомные в хозяйственных постройках и так далее. Это же родина их предков, в конце концов. Так вот, я связалась с потомками племени и собираюсь пожертвовать средства их совету старейшин. Исцелить раны, нанесенные в прошлом, будет нелегко. Но мне кажется, что это необходимый шаг. С уважением, Мелинда Вашингтон.
и что-то на обороте. Опять видела этого чокнутого. Четверг 21.17 бродил возле сарая, где генератор. Я теперь буду все записывать. Это написала мама Джоша. Она борется за восстановление справедливости по отношению к местным индейцам. Ага, тут плохая карма. Уже давно. Ну, короче, мы все поняли. Это индейец, полоумный, который охраняет свои земли. Да. И, собственно, убивает всех, всякого, кто осмелится вступить. Ну, не, все понятно. Все понятно. Наверное, еще и мама Джоша. Шпили-выли. Мы-то всей правды не знаем. Я почти уверен, что так и было. Закрыто — это хорошо. Видели кое-что любопытное? Что? Такой плакат разыскивается, как в вестернах типа. Круто. И что там? И Сэм, показалось, что ее кто-то преследовал. Так это что, выходит, здесь, в горах, рядом с нами преступник? Там сообщение, но на автоответчике. В общем, оно от сержанта полиции о том, что один чувак вышел из тюрьмы. И ничего нельзя сделать. В каком смысле? Ну, он типа предупреждал. Ну, вот тот чувак. Стой, помнишь? Стой, какой чувак? Чувак. Который угрожал чувак. Пашу. Ну, он чувак, говорил, что-то не помню чувака, что ли, чувак. Здесь все, вы что, все забыли про чувака? И я нашел письмо от психа. Крис, если таким образом ты пытался меня подбодрить, ты уволен. Слышала? Это Джош! Вроде из кухни. Джош! Джош! Ёб твою! Эш, привет! Эш, что происходит? Пусти меня! Эшли! Я не виноват! Что я ничего не делал! Сейчас! Может быть, моя проблема в том, что я ничего не делал? Эш? Эш! Дайте угадаем, сейчас он скажет: You weren't playing on the game. О, это у тебя на столе такое лежит, доктор. И почему у тебя стены все в цепях? Сейчас я покажу тебе фотографии людей, которых ты знаешь и любишь. Мама, папа? Или, возможно, просто делаешь вид, что любишь. Итак, это упражнение в честности. Скажи, кто из каждой пары тебе больше нравится. Не спеши, твой ответ очень важен. Злой человек перевел 1200 рублей и говорит: на успокоительный и горячий шоколад с зефирками. Злой человек, спасибо тебе огромное. Вот после стрима сразу пойду в магазин за горячим шоколадом, честно. Хотя я бы лучше купил упаковку пельменей и положил куда-нибудь сюда, внутрь. Что-то жарко стало. Не знаете, что? Что, камин включил? Сэм или Джош? Блин, ну мне на самом деле и Сэм очень нравится, и Джош классный парень. Не, правда, они мне оба нравятся.
А вам кто больше нравится? А возможно, тот, кого выберу, как раз умрет. Ну, Тиан не нужны, поэтому Джош, конечно. Да, прям. Давай. Так. Кто нравится? Вот этот парень нормальный. Эмили вообще такая сучка. Мэтт. Конечно, Мэтт. Так. Эшли или Крис? Эшли, она какая-то странная. Ну, Крис вроде прикольный такой чувак. Дальше идем. Так. Майк или Джесс? Ну, Майк, бабник, Джесс. Джесс уже мертва, я думаю, поэтому... Ну, не знаю. Ну, Майк реально пудрит мозги дамам. Кретин он. И он меня, кстати, испугал. Он меня, кстати, испугал. Пошел он нахер, Джесс выберу. Он оценил, он что-то знает, сука. Что-то знает. Ты негодник. Мне понравилось вообще просто 5 баллов. Так, Сэм или Эмили? Сэм, конечно. Эшли, да. Скажи... Чем-то Николсона напоминает. В этой игре, в которую ты так прилежно играешь, кто тебе совсем не нравится? Вот Эмили мне совсем не нравится. Да. Не любишь стервозных девчонок? Не, ну люблю, как бы, но... Зачастую нехватка веры в себя и выливается в излишнюю самоуверенность. Подумай. Ты случайно не узнаешь в ней себя? Ну... К сожалению, наше время... Не, ну для жизни это такая не подойдет, это так просто еще потрахаться. Увидимся. И специально эту херню поставил у окна? У нас есть один подозреваемый, но его местонахождение неизвестно. У него был старый конфликт с семьей Вашингтонов. Он упорно требовал, чтобы они прекратили строительство в Blackwood Pines. Заявлял, что это священная земля его предков. Эс. Е. Эс. Ты. Сестра. Спроси, чья сестра. Джош, это наверняка... Которая из сестер? Беги! Боже мой. Эш! Эй! Иди ко мне. Может, я сейчас и с тобой справлюсь. Твою мать! Глава четвертая. Преданность. 7 часов до рассвета. Джессика! Сейчас буду стрелять! Господи! Господи! У нас Майк оказался самым пососным, когда мы выбирали. Срезать путь. Давай, сейчас. Квадратик. Да-да-да, сейчас какой-нибудь точно тайм-эвент будет. Я же вам говорил! Нет! 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 Идиот! Давай еще раз. Джессика! Ну иди по тропе, хер с тобой, иди по тропе, давай. Джессика! Джессика! Давай!
ты зарядил пушку-то хотя бы? Это я специально, на самом деле, я же его не люблю. Черт, нет, нет! Стреляй! А, нет, подожди, нет, стреляй! Спрыгивай, спрыгивай! Спрыгивай! Черт, давай! Получилось! Yes! Молодец! Отлично, ты жив! Пушка, где пушка? Пушка где? Взял пушку, пошел! Так, получилось, отлично! Нет, не получилось! Ай, Майк, ты! Ну, аккуратней, чё ты? Так. Чё там? Прыгать надо. Давай, прыгай. С разбега. Прыгнуть. Прыгай. Давай. Нет! Нормально всё. Ты не можешь упасть. Вот, видишь, хорошо. О, чё-то живот заболел прямо. Кто ж я так быстро тащит-то? Катись, давай, катись. Нет, зараза, нет! Отлично! Супер! Нет! А зачем же я нажимал-то? Опа! Нет! Нормально? Ты жив, все нормально? Бывает, я знаю, больно. Не важно. Упал на пушку. Позвоночник цел, видишь? Ружье не сломано. Ну, подумаешь, заляпался чуть-чуть. Все нормально. Джессика! Господи! Черт! Джессика, я иду! Он не хочет? Это внизу. Это внизу, Майк. Пушку-то возьми, заряди, что ли, повесь, я не знаю, на дуло свой фонарь. Блин, кто ж так ходит? Ну, можно быстрее-то? Джессика, давай. Быстрее, иди. Где-то слева. Джессика! Уходите! Джессика, мы идем! О, нет! Майкл! Джессика, я иду! Может, она придуряется? Из-за того, что я в воду упал! Нет, Джессика! Я не хотел, Майк.
Я не могу запомнить, где Нолик, где Крестик, Майк. Саны и контроллеры, я только... Я хардкорный человек, я скейтборды начинал. Давай безопасно. Ползи, ползи, мой сладкий. Что, то же самое, что ли? На руках давай! Ты сильный! Опа! Опа! Прыгай! Ну давай, давай, иди к бабочке! Кто это? Почему он не убегает? Да. Что? Ты идиот! Идиот! Ты дебил! Я тебе сказал, проверь, сука, проверь его! Я должен успеть. Так вот, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Love Games. Тут эксклюзивы стримят на PlayStation 4. Угу. Дожить до рассвета. Банда индейцев орудует. Ладно. Что у тебя на лбу? Ты что, ударился? Какого хрена? Это кетчуп? А, черт, нет! Судя по интонации, действительно кетчуп. Сейчас, я не могу. Подожди сейчас.
Если тотем увидите, кричите. Эшли! Есть там кто? Эшли? Чего так захотелось на природу? С ребятами, вы хоть куда-нибудь? Прям в ночную. Прям на дачу к кому-нибудь. Не, правда, захотелось. Серьезно. Эшли? У Эшли. Может, вы, дорогие зрители, вы мне объясните, в чем прикол-то? Он видел, что кто-то ее утащил. Он видел кровь. Он даже, сука, он не сходил на кухню, не взял нож. Да, я, ладно, нож, там статуэтка была тяжелая. Почему статуэтку-то не взять? Почему? Почему американская молодежь ходит без телефонов? Вы где-нибудь такое видели? Вот даже мы идем куда-нибудь, собираемся с друзьями, нас 5 человек, чтобы пообщаться, да, встретиться, пообщаться. Значит, мы сидим в телефонах, потому что мы не общаемся, мы в телефонах сидим, мы переписываемся друг с другом ВКонтакте или там, я не знаю, там, WhatsApp, Viber, все что угодно. Где логика, Крис? Жафиня, 4 месяца, Жафинюшка. Жафиня. Спасибо, хай-фай, спасибо за подписку. Ты-то мне объясни, чего они такие дураки все? Там нет связи. Да мало ли нет связи, может появится связь. Что так? Ты слышишь меня? Эш! Эш, ты где? Эй! Эш, я иду! Где ты? Блин, здесь наверняка капкан есть. Все нормально? Что там случилось? Крис, помоги мне! Я иду, Эш, ты все время... Кто это сделал? Скажи, что произошло? Что это такое? Крис! Я не хочу выбирать! Я не хочу выбирать! Привет! И спасибо, что присоединились ко мне. Сегодня мы проведем испытание воли. Ты шпилу, что ли, насмотрелся? Для этого эксперимента... Нам понадобятся эти двое подопытных, Джошуа и Эшли. Твою мать! Но есть еще один отважный участник, который решит, кому из них жить, а кому умереть. Господи, Крис! Вытащи нас отсюда! Пожалуйста! Выпусти меня отсюда, моя! Прошу вас, успокойтесь. Все очень просто. Кристофер, прямо перед собой ты увидишь рычаг. Ты лишь должен выбрать, кого ты спасешь. О, нет, пожалуйста, это слушай, мужик, я тоже могу таким голосом говорить. Страшно, да? Хочешь сыграть со мной в одну игру? Все будет хочешь сыграть в игру? Дружище. Мужик! Братан, погоди, остановись. Братан, я не хочу умирать. Никто не хочет умирать, да, мужик? Я что-то не соображу. Да что? Что-то я вообще не соображу. Спасти Джоша. Я не знаю. Джоша, Гитман, давай. Эшли, я с тобой. А, это же моя... Прости меня. В смысле? Крис, пожалуйста. В смысле? Подожди, это же твоя девушка. Ты же влюблён в неё. Как ты можешь выбрать Эшли? Это же бред, идиотизм. Не можешь. Это действительно бред. Крис, скажи мне, что это неправда. А если я ничего не нажму? Я не знаю, что делать. Брак. С тобой столько пережили, я не хочу... Не, подожди, она по центру пройдет. Крис, она пройдет по центру. Не, реально, смотрите. Это специально, это называется наипалово, простите. По-русски. Не-не, они выживут. Это специально, это на понт берет. Не. Нет, Крис, ты решил спасти. О, нет, это ошибка, я не хотел. В
господи, прости, я никого меня не хотел спасти. Я правда этого не хотел. Я не видел, что там рельса. Что за наебал? Остановись, хватит, за что я вам сделал? В смысле? В смысле?